Ну что, вот у нас и Хэллоуин добрался до нашей Макс Спид. В прошлом видео я себе вот такой вот мотик крутой сдонатил, но сегодня нас ждет что-то очень интересное. Сегодня я жестко вдоначу, куплю много геймпасов и, конечно же, я куплю себе хэллоуинскую, ребята, машину за 700 рубаксов. Обязательно ставьте лайки перед просмотром и подписывайтесь на канал. А я, ребята, беру и прямо вот так сходу мы с вами покупаем за 600 рубаксов себе вот эту крутую тачку, ребята. Мне очень интересно посмотреть на нее, как она будет выглядеть. Так, ну и, конечно же, давайте мы с вами купим геймпасики, ребят. Потому что я в прошлый раз их не покупал. Мы с вами должны немножечко быстрее здесь развиваться. Поэтому, ребят, давайте и клики, и трофеи. Мы с вами, конечно же, вдоначиваем вот таким вот образом. Так, ну и давайте посмотрим, что мы можем с вами еще купить. Я все никак здесь нормальное яйцо не открывал. 1 миллион он стоит самое крутое, ребят. Но мне интересны вот эти, ребят. Вот эти новые, хэллоуинские. Я пооткрывал вот это вот один раз. Смотрите, 10. Всего лишь конфеток стоит. Давайте мы с вами еще раз откроем. Посмотрим. Бам! И, о, анкоманка, ребят. Вот этого я, кстати, не выбивал. Давайте посмотрим на характеристики. 2000 дает. Ну, в принципе, у меня, ребят, все круче. Потому что я в прошлом видео, ребята, вот здесь открывал за 1000. Плюс еще улучшил. Вроде бы даже вот это за 10 тысяч открывал. Давайте смотреть на новую тачку. Такс. Офигеть, она крутая. Вы посмотрите, как она выглядит. Это жесть. Короче, ребят, мы, получается, давайте так автопилот включим. Вот здесь у нас, конечно же, есть автопилот. Можем вот так вот сделать, ребята. Офигеть, крутяк. Ну, у нас скорость 15 тысяч. В принципе, этого маловато пока что, да? Ну, и давайте посмотрим, что я могу еще себе вдонатить. Вдонатить. Так, ну, это удача, ребят, у нас, в принципе, я могу ее потом купить тоже, да? Быстрый разгон, в принципе, тоже неплохо. Давайте мы с вами его купим, ребят. Потому что быстрый разгон 200% нам надо, ребят. 600 рубаксов мы с вами берем вот таким вот образом. Покупаем. И, наверное, X2 тоже, ребят. Давайте вот так вот купим. Ну, чтобы было. Потому что, ну, вот с таким разгоном мы с вами, если хотим попасть в топ, нам обязательно это будет нужно. Давайте сейчас будем кликать. Посмотрим, какой у нас будет лучший результат. Кстати, я могу купить себе еще один слот к питомцам. В принципе, наверное, надо это сделать, да, ребят? Как вы думаете? Давайте так кликаем, посмотрим, сколько у нас будет лучший результат. Топу, ребят, я еще не приближаюсь. Самые топовые игроки у них 387 тысяч, поэтому, ребята, ну, слишком долго мне еще надо прокачиваться. Но зато смотрите, как я быстро разгоняюсь теперь. 300% на разгон. Ну, тут чуваки, ребят, есть быстрее меня, поэтому в любом случае они по максимальной скорости меня выигрывают. Но зато, ребята, сейчас, смотрите, я, в принципе, скорее всего, смогу финишировать третью линию. X2 к трофеям, смотрите, можно сделать, да? Даже X3 к трофеям, ничего себе. Давайте сделаем, а чё нет-то? Если мы с вами хотим фармить, да, нам это по-любому тоже нужно. Вот таким вот образом, ребят, давайте посмотрим, сколько мы сможем с вами трофеев накопить. Так, где? Вот, ребят, плюс один слот к бусту. Поэтому давайте мы сейчас вот так вот его донатим, ребят. Вот так вот покупаем. И давайте мы экипируем вот эту тыковку, ребят. И у меня сейчас будет еще больше результат, что произошло. Меня выкинуло. Офигеть. И, ребята, я почти два раза финишировал рейс. Ничего себе. Сейчас, получается, если я покликаю, то, скорее всего, я смогу, наверное, ребята, даже финишировать два раза. Давайте-ка посмотрим. Ну и мне кажется, 100% у меня будет за 25 тысяч. Поэтому, ребят, нам надо, короче, еще больше. Это в себе. О, 25 тысяч ровно, ребят, прикол. Чё? А почему у меня этот экипировался, я не понял. В смысле? Мне надо вот эту экипировать. Ты чё делаешь-то? Алло. Подожди, стой, я не понял. Чё это такое, ребят, почему у меня этот экипировался? Чё-то как-то странно. Вот, все. Теперь моя тачка экипировалась. Что-то как-то странно, да? Почему у меня была экипирована не моя тачка? Это очень странно было. Ну что, ребят, давайте, знаете, что я сейчас сделаю? Я накоплю как можно больше трофеев, да? И давайте 200 с вами накопим тыков и посмотрим на вот этих новых крутых пэтов. Я накопил 10 тысяч трофеев. Давайте попробуем сначала вот это вот открыть, ребят. Посмотрим. Может быть, отсюда нам что-нибудь интересное выпадет. Опа!
Анкоманка, неплохо, слушайте. Мы по-любому с вами сейчас усилимся. 9,9 косарей, вы что, серьезно? А вот это жестко, ребят, слушайте. У меня сейчас будет 30 тысяч, скорее всего, ребят. Ну-ка, давайте посмотрим. Вот она, новая ракета. У меня почти 30-ка, 30 тысяч. Просто я 10 тысяч трофеев потратил, и, ребята, почти стал... Намного быстрее, вы что? Понимаете, это капец просто. Ребят, на 10 косарей. Почти 40 у меня. У меня почти 40 стало, ребят. Ребята, я завершил свой рейс, и у меня 10 тысяч и 200 получается кэнди. Давайте мы с вами откроем, конечно же, сначала кэнди. Может быть... Uncommon, анкоманка, ребят, это хорошо. Давайте еще посмотрим на ее характер. 15 тысяч, жесть. Плюс еще сейчас это откроем, ребята. Это жесть. Команка, ну ладно, окей, команка, это понятно. Ну, нам надо с вами, получается, еще задонатить. Остается удачу, ребят. И с удачей мы уже с вами прям вообще жесткие будем. Ну, смотрите, по 77 я, кстати, получаю, да? Из грязи в князи. Я из последних списков на этом сервере стал почти первым. Второй, ребят, я. Жесть. За одно прохождение рейса давайте посмотрим, сколько я смогу получить, ребят. У меня, грубо говоря, было 0. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. 5 тысяч. Ребят, почти 5000 у меня стало. Это жесть. Ну окей, давайте смотреть, сколько я так смогу раз финишировать. Ребят, я 4 раза финишировал, ну, 4,5. Окей, ребят, давай рарку. Я только сказал про рарку, и вот тебе рарочка. Сколько она дает? 20 косарей. Офигеть. Ребята, берем вот это еще, открываем сейчас. И это просто жесть, как я... жестко развился. Это просто дичь какая-то сейчас происходит, ребят. Скоро будет 100 косарей, моя лучшая скорость. Но это жестко, ребята. Я не ожидал такого поворота, что мы так сможем с вами дико развиваться. Ну, я буду вот такими темпами сейчас тогда развиваться, ребята. И мне надо как можно больше накопить трофеев, конечно же, и кусочков тыквы, чтобы улучшить своих пэтов. Поэтому, ребята, я этим и займусь. Ну что ж, немножечко я прокачался. И давайте мы с вами выключим автопилот и откроем вот это вот яйцо. Мне нужна команка, чтобы сделать тройной. О, отлично, ребята. Сейчас мы с вами улучшим команку до третьей эволюции. 15 косарей, ну, в принципе, нормально. И это максимальная эволюция вот этой вот команки, ребят. Так, где она у меня? Она у меня должна быть экипирована. А, вот все, вот так экипируем ее. И вот она, ребят. Никак она не видоизменяется. И самая крутая у меня, ребята, рарочка, которая тоже немножечко у меня эволюционированная. Давайте мы с вами откроем вот это вот яйцо и посмотрим, насколько в этом яйце круче питомцы. Давай. О, анкоманка, ребят, даже не команка, а анкоманка. Давайте смотреть на ее характеристики. 29 косарей она дает. Ну что ж, попрощаемся с команкой, ребят, оденем вот эту, и это моя пока самая крутая ракета, да, самый крутой питомец. У меня 104 тысячи, ребята, и давайте сейчас я попробую покликать, и мы вместе с вами посмотрим, какой мой лучший результат. До топа, конечно, еще далеко. 387 тысяч надо, но, ребята, мы с вами потихоньку двигаемся, и я уже открыл предпоследнее яйцо, и очень интересно, какие будут характеристики у яйца, который стоит 1 миллион. Давайте смотреть, ребята, и кликать. Сейчас давайте вот так вот сделаем автопилот, конечно же, и продолжаем кликать. Давайте смотрим. По 176, в принципе, я получаю, и, ребята, у меня рекорд был почти 120 тысяч. Мы сейчас с вами, конечно же, этот рекорд побьем, и я думаю, у меня будет в районе, да, примерно 140 тысяч, ребята, даже чуть больше у меня будет, 142 тысячи. Давайте посмотрим, как я... О-о-о, вот, ребята, какая у меня тачка все-таки. Ну что ж, ребят, давайте до следующего видео я хорошенечко прокачаюсь, и мы с вами посмотрим, до какой степени я смогу развиться. Всем, ребят, спасибо за просмотр, всем пока-пока.